Не прошло и 4 часов, и уже практически готово. Всем добрый день. Сегодня мы вам рассказываем про нашу работу на службе города, то есть благоустройство. Такую красоту мы делаем. Контейнерные площадки, то есть это навесы, в которые складывают мусор. Видите, две красавицы стоит. По 7,5 метров длиной две штуки. Сейчас осталось, я вам сейчас расскажу про них, из чего и как. Осталось ребятам закрепить поликарбонат, видите, уголок прокрутить. В общем, монтажная стандартная работа. Вот это вот будет контейнерная площадка с отсеком для КГМ. То есть по нормам должен быть хоть как один отсек для сбора крупногабаритного мусора. Куда его складывать? Так как здесь асфальт, приходится забивать арматуру. И потом ее приваривать. Так. Сейчас покажем вам с этой стороны. Вот. То есть из чего контейнерная площадка состоит? Из каркаса, который изготовлен из оцинкованной трубы плюс полимерно-порошковая краска. Цвет 7035, светло-серый. Тут три вида трубы: 20 на 20, 20 на 40 и 40 на 40. Столбы опорные. Потом он обшивается, значит, профлистом и сотовым поликарбонатом, какой закажет цвет заказчик. То есть здесь зеленый профлист и поликарбонат четверка тоже зеленый. Вот так вот. Такая получается красота. Еще выпрямлять будут. Стойки сейчас, видите, раскреплять. Все делать. Там будут углы зашиваться, видите, щель. Здесь будет ставиться уголок облицовочный. Вот здесь вот. Как обычно, здесь еще уголок будет облицовочный. Здесь будет торцевая лента с перфопрофилем. Ну, все, в общем, по фэншую, как надо. Так вот. Что вам рассказать? Спрашивайте, расскажем про нашу жизнь. Турцию закрыли, комендантский час. А у нас парни счастливые ходят. Все отлично. Локдаун, а мы строим, работаем. Расскажите, все расскажем. Сегодня я сейчас поеду на работу, то есть с работы на работу, и снимем небольшое видео про нашу выставку, про производство и про полимерно-порошковую покраску. Сегодня будем рассказывать про нас. Так что вот эти конструкции мы отгружаем по всей России, так как они, в отличие от других конкурентов, разборные. Обратите внимание, из чего они состоят, как из теплицы. То есть вот эта стойка, раз элемент, арка, второй элемент, соединяйтельный стингер, прогон, связь, пусть будет связью, соединительная связь между этими арками и торец, цельносварной, видите? Цельносварной. Все. И получается, все это собирается и обшивается профлистом. И бывает, заказывают полностью профлистом, антивандальные так называемые. Или вот как в этом случае профлист плюс поликарбонат. Также можно врезать, еще многие заказывают двери. То есть вот в этот проем можно заказать дверь. Чтобы бывает закрывать, а там, чтобы чужие не бросали мусор и так далее. Такое вот. Устанавливаем мы их как на асфальт. Если асфальт, это значит сварщик, арматура. Если делают бетонное основание, то анкера. Бурятся и забивается анкер-болт. Анкер-гвоздь, анкер-болт. Вот так вот. Ну вот, вроде все про контейнерную площадку вам
рассказал. Денис снимет кино. Это главный оператор. Денис, ты кино снял уже? Денис, ты кино снял? Да. Снимаешь кино? Мусорки заказывайте. Мусорки. Красивые. Какие мусорки заказывайте? Красивые. Пока в них мусор не накидали, да? Да. Пока в них мусор, видите? Пока мусор не накидали. Так вот. Это нога. Вот сейчас они ее, видите, раскрепят потом стойка. Сейчас выровняют. Все сделают. Еще осталось одну ногу, вторую поставить. И все. Будет такая вот мощная конструкция. Для сбора вот все сбоку вот здесь поставлю. Такая красота. Пойду немножко подальше. Такая красота. Прочитай. Что вам прочитать? Вроде бы все. Едем дальше. Спасибо всем огромное, что смотрите нас. Как говорится, палец кверху, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда вам во всем поможем и расскажем, что и как. Также вам скажу, что их очень много покупают по регионам. Это Екатеринбург. По региону отправляем комплекты, и уже сами строители собирают их у себя в других городах. Так вот. Ну все, всем что-то у вас прибавляется, все прибавляется. Смотрят, все смотрят. Вот так мы работаем каждый день. Завтра, я вам скажу, будет у нас прямой эфир с теплицы легенды. Или завтра, или послезавтра. Два дня монтаж. Теплица легенда под стекло, два дня монтаж, там тяжелый монтаж, далековато, вот не знаю, поеду, не поеду, не могу точно сказать. Может быть, съезжу к ребятам в гости, но не завтра, послезавтра, на второй день. Там надо поснимать некоторые моменты сборки стекла, потому что очень много было отгрузок по России под стекло легенд. Вот видите, как у нас все в масках ходят. Здесь университет, общаги. Вот. УРФУ. А в Перми представителей нет, никто не хочет. Говорят, что я очень вредный. Вредный. Все хотят все бесплатно. Ну вот и все вроде бы. Всем здоровья, как говорится, сейчас деньги не нужны, главное здоровье, чтобы было, пережить это трудное время, а мы работаем. Всем-всем пока. Нет, я честный, но ругаюсь часто. Так вот, ну все, спасибо.